tough one. I think a lot of guys could have played better. I think they feel that that way themselves, including myself. I think turnovers was a big thing, 19 turnovers. It's hard to win like that. And offensive rebounds. And just guys got to make shots. That's what it comes down to. Thank you. Thank you. Ну, во-первых, мы не опускаем головы. Основной посыл игрокам – плей-офф продолжается, не расстраиваться, не искать виноватых. Мы все проиграли игру вместе, мы боролись до конца. Сложно выиграть игру с 35% с игры. 19% трехочковый – это далеко не наш процент. Также 19 потерь, Джей уже сказал, сложно выигрывать игры, когда на ровном месте, без какой-либо агрессии соперника, мы теряли мячи, давали им забивать легкие очки в переходе. Так, продолжаем работать, попробуем разобраться сегодня в наших ошибках, что мы можем исправить. Завтра отработать эти моменты, послезавтра выходить на очередную битву, плей-офф – это битва характеров, битва желания, битва умных решений, потому что идут игры подряд. Это не одна игра, на которую ты можешь выложиться полностью максимально. Здесь надо умно принять решение, найти свободного игрока, забить свои броски. Плей-офф продолжается, битва. Мы проиграли игру, но не проиграли серию. Отдали преимущество своей площадке. Послезавтра выходим только на победу. И игры продолжаются. Само очень страшно все выглядело, что на самом деле? Доктор сказал, что все нормально, он просто упал, ушиб, сбил дыхание, я так понял. Но доктор сказал, все нормально, завтра будем смотреть. У нас 13 человек в ротации, если он не сможет, будем искать, кем заменить. Все нормально. Спасибо. Спасибо.